Бисмиллахи рахмон рахим. Бо модели нава сар мекнем, ба номи Аллахи мехрбон, парвардигор баракат шабдя, Худованди бузургбор, дар касп кори хамай мо, хамай бандош, дар касп кори мо, парвардигор, кшойш кор мубтия, ва барори кор мубтия. Амин ва рабил оламин. Ва номи Аллахи мехрбон, бо я модели дгама сар мекнем, дахтаро, модели мархамат ина йора, дахтаро боваркне тома йора сьомка мекнем, хама йора харид мекнем. Ине хели моделой фасон фасона. Ина, ио, ине хеле бехат хшруан, ио ра дхтаро тоджикой хдмуа мепшан, и хаммай милат мепша кшодакай, хаммай ина подкладкияй, бехат фасонай, дхтаро хозима кама как ва забони уруси, хамаша мефамуном, бо шмура мефамуном, шмо ай хдмунеку. Мои милые друзья, вот эти модели, пьемар джун-джун, бэкзару немшука, светора накшан. Вот эти модели, мои красавицы, все есть в наличии. Размеры, девочки мои, сейчас я вам все покажу, все расцветки покажу, а потом, девочки, вам расскажу о них все, что здесь, о чем они состоят. Ткань, девочки мои, дубайский шифон, самого высшего качества, к телу не прилипает, подкладка не прилипает, девочки мои. Рукавчики на резиночке, вот такие нежнейшие модели. Модели, вот смотрите, все идет с ярусами. Модель шикарная. Вот, смотрите, эту можно снять. И вот такая нежненькая здесь резиночка. Резиночку, если кто хочет, можно снять. Но она очень красивая, девочки мои, с резиночкой. Вообще резиночка не упругая, она такая легенькая. Даже вообще, когда модель одевают, девочки, так красиво. Вот такие бубончики. И здесь к нему идет. Все это идет от Белизы Мода, девочки мои. Вот. Мы как раз, девочки мои, мы сейчас все вам показали и свет наш потушили. Вот такие модели. Смотрите, какая красота. Хорошо, что я вам на свету немножко показала. Все это с ярусами. Модель идет от модельера Белиза Мода, девочки, как я вам сказала. Вот, пожалуйста, брендовая, запатентная модель, девочки. Все это бренды от Белиза Мода. Также, девочки мои, вот такие шикарные модели. Модель очень шикарная, рукава воланами. Такие рукава воланами. Очень красиво смотрится. И к низу, девочки мои, идет трапеция. Вот такая трапеция, смотрите, сколько здесь, девочки мои, сколько ткани. Вот, смотрите, какая красота. Вообще, а когда ее одевают, эта модель, девочки, всем нравится, всей нации нравится. Рукавчики идут воланами, и так красиво, как у принцессы рукава. Вот, в этом, как великолепный век. У всех почти что там девушек, я как мы видели, у них вот такие рукава. Модель, под, она идет, смотрите, турецкая модель, вот такая широкая, такая красивая. Все это, девочки, смотрите, как красиво. Хоть цвета нету, но я вам все равно все это расскажу, мои красавицы. Вот, смотрите, размеры 42, 44, 46, 48 до 52 есть. Девочки мои, мы здесь их продаем 3000, 3500, но вам я сделаю скидочки, мои красавицы. Все эти модели будут скидочные, я вам все это покажу. Также, девочки, эта модель, вот, тоже здесь идет у нее трапеция. Смотрите, какая подклада, девочки. Просто я вам говорю, вот, смотрите, ничего не прилипает. Дубайский шифон, как крепдышин. Такое качество, великолепное, шикарное. На груди валан, девочки, вот он. Вот такой валан на груди, очень красиво. Валан идет, я вам сейчас покажу. Вот, смотрите. Какая красота.
Вот как идет вала. Вот, смотрите, как красиво. Все модели по-своему красивые. Вот до отсюда идет вала. Видите? А здесь ширина какая. И все это на подкладке, мои красавицы. Все на подкладе. Ничего не просвечивается. Эта модель идет с легенькой резиночкой здесь. И вот так кругом идет валан. Очень красивый валан. А самое главное качество — вот такой валан. Валан по кругу. Видите, да, куда идет валан. Валан сбоку, валан на рукавах. И валан у нас идет. Все, можно и привязывать, можно и не привязывать его. Легенькая натуральная резиночка. Также эта модель, как я вам сказала, это модель валан на груди. Эти модели, девочки, шикарные модели, турецкий стиль, турецкий модель. Это модели вот. А когда девушки их одевают, так красиво, мои красавицы. Здесь, девочки, как я вам сказала, мы ваши глаза. Смотрите, какой фиолетовый цвет на лето. Яркая, красивая такая. Яркая модель. Одеваешь, сразу видно. Вот такая она фиолетовая. Смотрите, девочки, у меня здесь. Смотрите, как докуда идет. Вот. Замочек докуда расстегивается. Вот эта модель 42-я модель. Вот, мои красавицы. И все это бренд. Смотрите, как красиво. Вообще фиолетовый. Мы как его привезли, вот этот фиолетовый цвет почему-то очень много берут. Или он яркий, или всем нравится. И когда одеваешь, девочки, вообще, как одеваешь, так красиво. А засматриваемся сами. Когда девушки одевают их, нам тоже хочется быть такими красивыми. Это рассветочка. Смотрите, сколько их. Эта модель, вот эта рассветочка. Мы вам все, девочки, вам все покажет. Вот эта рассветочка. Смотрите, какая рассветка, девочки. Вот такая рассветка идет. Она бирюза. Шикарная бирюза. Смотрите, как красиво. Я не знаю, на это очень много приходили для вот этой модели. Вот, смотрите, как красиво все идет на замочки. Вот. Все на подкладе. Вот такая модель, девочки. Все на подкладе. Все очень аккуратно. Подкладка, девочки, не электризуется. Очень мягкая, мягкая, такая дышащая. Смотрите, все. Вот ближе покажи. Вот смотрите, какая подкладочка здесь, девочки. Она не электризуется, она очень-очень мягкая. Так что, девочки мои, рекомендую вам этого модельера. Я каждый раз каждого модельера вам показываю. Даже показываю, кто нам отправляет, девочки мои. Тот день делала другую модель, тоже ее вам показывала. Сегодня этого модельера у нас очень... Я все модельеры, которые, с кем мы работаем, девочки, от них идет баракат. Я с ними сколько работаю. Вот начала, как я вам говорила, вот все это идет. Если модель тебе добро дает, значит, ты заработаешь, девочки мои. Смотрите, какая красота. И вот, девочки мои, смотрите, какая красота. На весь, на все, на весь вкус, на все. Приходите. Мы, у нас отправки по всему миру, девочки мои. По всему миру у нас есть отправки. Вот. Вот. И также, девочки мои, самая полюбившая модель года — вот эта модель. Все с валанами, все, как я вам говорила. Вот. Смотрите, какая красота. Полюбившая модель года. Наши юные красавицы. Мы не успеваем
по правде говорить, их и снимать. Девочки мои, все, что у меня, где есть съемки, они все есть в наличии. Если вдруг не будет, сразу звоните, мы заказываем. Пятница и вторник и пятница у нас приходят заказы. Так что, девочки мои, все вот это есть. Смотрите, какая красота. Хоть и темно, но зато вы все видите. Такой голубенький цвет. Все это с ярусами. Беленький цвет, голубенький цвет, розовый цвет, девочки. Полюбившая модель. Из всех моих клиентов, они очень любят эту модель. Если у меня нету ее, бывает тревога, где она. У меня она постоянно есть, девочки. И также, девочки мои, модель Валаны. Смотрите, какая красота. А какие расцветки, здесь шикарные расцветки, девочки. Также поясочки здесь съемные и получается широкого покроя. Смотрите, вот. К низу валаны идут. Тоже очень красиво. А цвет, расцветочка, смотрите, какая необычная расцветка. Все это идет вот. Смотрите, как красиво. А когда одевают ее, видите, она те, а когда одевают, как красиво, девочки, вообще. Все это вот, все это открывается, и здесь поясочек привязывается вот так назад. Кто у кого животик, девочки, для беременных поясочек можно снять. Кто не любит поясочки, можно снять. Остальное все прикрытое. Смотрите, даже как интересно сделали. Вот это валан идет на груди. Видите, как закрыто, как хиджаб. Видите, как будто как хиджаб, платье закрытое. До чего вот можно до такой вот такие модели придумать? Вот, где грудь, идет закрытая, видите, как хиджаб закрытый. Здесь, если они оденут хиджаб, это тоже прикрывается. Вообще, полюбившая модель, шикарная модель, а цвета, девочки, я потом даже могу вам весь павильончик, когда будет светло, снять. Но это, смотрите, как красиво. Вот такая модель. Хоть темно, но зато вы все видите. Платье, хиджаб, все закрытое. Видите, валаны здесь идут. Валан, где вот где основной вот для женщин, чтобы было все прикрыто, оно закрытое. Все это от свободного кроя, ремешочки съемные. Вот такие у нас модельеры приделают так, чтобы было все закрыто, чтобы было все прикрыто. Смотрите, какая красота, девочки мои. Беленький. Такой красивый, такая красивая модель. Просто не тот возраст наш. Вот было бы, например, молодые, вот так одеваются, смотрим, мы тоже хотим. Но не тот возраст, девочки, нам уже любоваться, красоваться никак. Смотрите, вот платье хиджаб с валанами. Все закрыто. Вот такая красота, видите? И к низу, вот до сюда, вот здесь валаны. Хоть темно, я вам показываю. Девочки, я ничего не делаю, я просто вам, смотрите, просто поднимаю и показываю. Смотрите, платье не прилипает. От бренда, я же вам говорю, все эти ткани брендовые, они, все это идет. Вот такая пуговка здесь, вот. Вот такая пуговка, девочки, эксклюзивно, все очень натуральное, все дорогое, ткань дорогая. Девочки, может, вы сейчас скажете, что это много говоришь, но я вам должна. Кто меня любит, он слушает, а кто меня не любит, может, и на канал пусть не заходит. У меня много девочек, которые меня любят слушать, что я им говорю, они любят слушать. Там мне пишут в комментариях, пишут, ой, много говоришь, переходи к делу. Это мое дело, девочки. Если вам не нравится меня слушать, лучше не слушайте, не заходите, я же вас не прошу заходить. Я
все это разговариваю тем, кто меня слушает, кто меня любит и кого я люблю. А кто не хочет, чтобы я много говорила, лучше не слушайте. Да, вот меня услышали. Вот такая красота девочки. Мне надо все это объяснить. Я, девочки, это продаю. Я их получаю, я продаю. У меня люди не видят, кто сюда приходит. Они одевают, они щупают. О, сразу берут, радостные, довольные, уходят. А кто не видит, я должна им рассказать ткань. Должна рассказать, что прилипает, не прилипает, электризуется, не электризуется. Внизу есть подкладка, есть пуговица. У всех разные, например, талии. Я же им должна рассказать. За это, девочки мои, я вам говорю, я много говорю. Но вы хотите, просто не слушайте. И не заходите. А кто меня слушает, я им хочу. Кто покупатель, он до конца слушает, девочки мои. Пусть Аллах вас всех бережет. Я вас всех очень люблю. Но это моя тема, девочки. Мне надо все рассказать. Досконально про ткань. Какая ткань. Есть ткань, которая просвечивает. Человек возьмет, ну, в душе не хочет, это самый будет недоволен. За это мне все это надо рассказать. Вот такие шикарные модели, красавицы мои. Вот, смотрите, какая красота. Как мне про нее не рассказать? Платье хиджаб здесь закрывается и красиво, и где грудь закрывается. И все это притально, к низу идет трапеция, все закрытое, ремешочек съемный. Как мне не рассказать про него? Сзади тоже так же. Девочки мои, как про эту красоту не говорить? Просто хочется рассказывать, 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 и все. Ее даже не надо хвалить, но просто мои девочки очень далеко живут, они не знают. За это, мои красавицы, я вам должна немножко рассказать, и вы должны меня послушать. Вот такие модели, вот. И вот красота, и вот красота, девочки, красота, красота необычная. Вот, все, мои хорошие, все я вам показала. Доктора Коймеру Буни Апаш, Ассала Коймеру Апаш, Мумана Гушмекни, Дарш Мосатка. Я гука замдю менесе, бисер габ мезани, бару я мура гуфтам ки, махсат ки нами фроту, лучше махсат гушнакне. Доктора Коймеру Буни Апаш, хами маделу хаста. Хамаш да наличие хаста, бару и шмора, факат бару и шмора, доктора, 2500 рубль. Ихель, 3700 мефрушум. В хотире факат шмо, намиора хамаша 2500 барой шмора метим ту дыхтару. Барой хами кара, мақсад, ана занг бзане, дыхтару Марджона, Марьям, анаму телефону им ки хастан, ва хамайо кати суратура партове, ва йо шмора хамаша нишунту мета. Размеру шу 42, 44, 46, 48, то панджора мера, панджодра мера, йо плюс мера ван. Шифону шу натуральня, подкладка доран, намечаспан, хай урусира шму болмин мақсад мефаме, нақл ту кардам. Бару хами дарпанохи ало боше, хдова нигабон нумададгорд боша дыхтаро. Инай киртака му пишдам, размери 48 дай дыхтаро, мақсад да 52, 54 меша. И модель чхеле нақл ту кам, ай модельере Анжелика ай дыхтаро. Инай хели стразики дора, и йоқати мо сесолши да скор мекнам, هر روز فقط امید زکاز میکنم، هر هفته دوبار دوبار زکاز شو میکنم دخترو. برای همه قرار چیزی که همه چیزی که من در برکت آوردگی ما همه وقت شما را میگم تو دخترو کرتا مقصد برکت داره، مولش برکت داره، قطعی همین مدلیر روزی که من فقط کار میکنم رنگ خشتا برشیدگی زکاز کنه لبای وریم در خدمت شما روی تو میکنم نستای سرات چپرتوه روزی سه شنبه یا روزی جمعه میآیان همه چیزی که مقصد که من میفروشم چیزی که همه وقت هستن چیزی که شروع میروند من در شما مقصد رکمندوات میکنم به حد فسونه این مقصد این همی من میپوشمش همیرم بعد همی رومولو را آوردیم دختر را رومولوی ترکیت اولی با صورتوش و میپرتم تو در سر اجایی بود فسانن دختر را نرخوش هزار سومن هزار هست 800 هست 700 هست 600 هست یک نیم هزار هست مقصد ارزون ترک میتین تو برای همی قره زنگ بزنی صورت اولی من صورت های رومولو را در مدلو میپرتم تو اولی باید دنیا دختر را مدل آوردگیم او را باز پگسیوم کتو میکنم همه چیز هست پگسیوم کتو میکنم دختر را در پناه علا باشه
Хадаван, амавахтани сиат бедар туптя. Парвардигор хшбахту кна. Хадаван, амавах ханда дар лаботу ханда боша. Хадаван, ди мехрбон дар кчё боши сок саломат боши. Дили бегам душта боши. Парвардигор дар касп корту баракат. Кор кне дыхтару. Харакат кне. Хадаван баракат шаметя. Дар панои Алло боши. То дидори ояндар, то пагара иншалла. Амин. Ва рабил аламин.